Друзья, будет ли вам интересно, если в начале каждого видео будет вот такая вот превьюшка с конечным результатом? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне это очень важно. Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня продолжаем вас знакомить с чудесными рецептами, приготовленными по книге Оконникова 1938 года. Для новых зрителей и подписчиков вкратце расскажу. Попал к нам в руки вот такой вот иллюстрированный альбом «Колбасы и мясо копчености». Что тут пишут? Настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбасы и мясо копчености, утвержденных Народным комиссаром пищевой промышленности СССР. Я что-то все время на слове «комиссаром» спотыкаюсь, оно меня смущает. Предприятий Наркомпищепрома. Альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий, работников магазинов, торгующих колбасой и мясокопченостями. Потрясающая книга, реальное издательство «Пищепром издат», Москва, 1938 год, Ленинград. Ленинграда уже нету, а книга попалась нам в руки. И вот мы активно поставили себе цель приготовить все колбасы и мясокопчености по рецептам 1938 года, соответственно, поделиться с вами, дорогие друзья. Сегодня будем готовить такую, на мой взгляд, уникальную штуку, ну не уникальную по названию, будем готовить мясной хлеб. Называется он «Мясной хлеб американский высшего сорта». В чем его уникальность? Уникальность его мы еще не готовили, поэтому для нас это тоже эксперимент. Уникальность его в специях. Я даже не стал выучивать пакет специй, который сюда идет. Сейчас зачитаю. Значит, помимо соли обычной на засолку и сахара, перец черный, орех мускатный, кардамон, корица, тмин и чеснок. Можете себе представить, какой в 1938 году готовили американский мясной хлеб? Но это я тоже не могу, поэтому давайте попробуем приготовить. Все ингредиенты, количество на килограмм сырья этих ингредиентов вы найдете в описании видео, естественно, как обычно. А сейчас я вкратце расскажу. Ну вот все специи, которые я перечислил, они у нас вот в этой вот чашечке. Тоже количество будет в описании. Помимо этого, что интересно, мясной хлеб идет яйцом. И в рецепте написано «мука пшеничная 75%». Не знаю, что такое 75% пшеничная мука. Если вы знаете, кстати, напишите в комментариях. Поэтому взяли просто пшеничные муки. Ну, обычно я какого? Первого или высшего сорта ты взяла? Это высшего сорта. Высшего сорта. Лариса подготовила по нужное количество обычной пшеничной муки высшего сорта. Далее, друзья, по мясу. Для американского мясного хлеба высшего сорта нам понадобится нежирная говядина, вот такая вот. И в рецепте написано полужирная свинина. Мы взяли лопаточную часть. Помимо этого нам понадобится свиной шпик. Что касается засолки. В засолке, как обычно, мы отступаем от классического рецепта, потому что, ну, это единственное, в чем мы отступаем от классического рецепта, от рецепта 1938 года. Почему? Потому что тогда мясо солили с помощью селитры. Соль, смесь селитра. Мы берем смесь нитритной соли 0,6% и поваренной соли. На килограмм сырья будем использовать 10 грамм нитритной соли, 10 грамм поваренной соли. Сахар, соль, все по рецепту. Естественно, для того, чтобы засолить мясо, нам его надо нарезать. Когда будете нарезать, будьте внимательны, мясо вам придется, ну вернее нам вместе с вами придется измельчать отдельно. Отдельно говядинку, отдельно свининку. Поэтому нарезаем ее так, чтобы, ну вот я на разные кусочки просто нарежу. Эту нарежу такими биточками. Говядинку, а свининку нарежу кубиками, чтобы у нас была возможность его потом разделить. Separate. Мяско нарезано. Друзья, тут Лариса мне сделала замечание, я сказал фразу «Ленинграда уже нет». Дорогие питерцы, не подумайте ничего плохого, да и в общем и целом я имел в виду, что город теперь называется Санкт-Петербург, естественно, а не Ленинград. И поэтому так сказал, кто-то может воспринять за резкость, ничего резкого и плохого не имел в виду. Смешиваем подготовленную смесь нитритной соли с сахаром и хорошенько засаливаем мясо.
Хорошенько имеется в виду не просто посыпать сверху, а все его тщательно просолить. Нам надо, чтобы каждый кусочек мяса хорошенько был укутан нашей смесью соли. Поэтому я вот так вот беру, не сразу высыпаю все, а частично. Перемешал. Еще раз насыплю. Еще раз перемешаю. Ну и так до того, как у меня соль закончится. После того, как я мясо все засолю, я его хорошенько уплотню. Для того, чтобы оно плотно прилегало друг к другу, вот так вот. Накрою крышкой и на двое суток в холодильник. Оно будет засаливаться. А после этого, друзья, мы приступим уже к измельчению. И сразу же все будем делать послезавтра за один день, скажем так. Сразу же к приготовлению мясного хлеба. Прошлый мясной хлеб был у нас очень удачный. Вообще, на самом деле, вот прошлый рецепт. Ссылку вы найдете в конце видео, будет рекомендованное видео на предыдущий мясной хлеб. Это был мясной хлеб любительский высшего сорта. Это был мой первый в жизни мясной хлеб, который я попробовал. Вот можете себе представить, прожил большую часть жизни, а мясного хлеба никогда не пробовал. Такая замечательная штука, друзья, просто потрясающая. Мне очень понравилось. И что прикольно, то, что не надо какого-то специального оборудования. То есть для приготовления мясного хлеба не надо колбасного шприца, не надо колбасной оболочки. Нужна мясорубка, обычный бытовой измельчитель и вот такая вот форма для выпекания хлеба. Мы используем, ну вот обычная форма для выпекания хлеба, мы в ней же выпекаем, готовим, вернее, мясной хлеб. Итак, друзья, мясо засолено, отправляем его в холодильничек и встретимся с вами через 2 дня. Через 2 дня, друзья, мясо засолилось, значит, свинина, говядина. Видите, какой, кстати, у говядины замечательный цвет. И шпик. Шпик мы порезали на меленькие кусочки размером где-то 4-5 мм. Вот такие вот. Сейчас будем его ошпаривать, отдельно об этом расскажу. Для того, чтобы порезать, его лучше немножко подморозить. Только сильно не замораживайте, а чуть-чуть подморозить. Потому что совсем уж теплый шпик порезать достаточно сложно. А вот чуть-чуть подмороженный режется, видите, вот так вот достаточно хорошо, но он остается слипшийся. Нам надо будет его разделить. Первое, что я делаю, на самую минимальную решетку перекручиваю говядину. Использую решетку 2 мм. Говядину перекрутили, оставляем его в сторону, я поменял поддон, потому что говядину нам надо еще кутировать. Теперь также на самую мелкую решетку перекручиваем свинину. Свинина перекручена, тоже отставляем ее в сторону. Теперь готовим наш шпик, друзья. Для этого берем вот такую вот конструкцию из друшлачка и кастрюльки. Сюда весь шпик. Мясо, которое я только что обрабатывал, должно быть обязательно охлаждено. То есть мы его, как вот оно у нас находилось в холодильнике, так оно в холодильнике, и мы его из холодильника достали и сразу же начали обрабатывать. Потому что нам не надо, чтобы мясо нагрелось в процессе обработки. Руки в жире, чайник выскальзывает. Вот таким вот образом ошпариваем шпик кипятком, для того, чтобы его края оплавились. И он весь разделился. Видите, он начинает разделяться на отдельные кубики. После этого промываем его под холодной водой, желательно под ледяной. И я бы еще, так как шпика много, он сейчас наберет температуры, пока его ошпариваю. Я бы его в морозилку минут на 15, чтобы он подмерз тоже, чтобы он нам не подогрел фарш. Вот, отличный результат. Весь шпик у нас отдельно. Сейчас мы попросим Ларису. Лариса под ледяной водичкой его. А мы продолжим приготовление фарша. Вот эту вот говядину, которую я перемолол на мелкой мясорубке, сейчас будем кутировать, делать из нее эмульсию. Используем маленький кутер, потому что мяска немного.
Смотрите, самое важное при кутировании, чтобы у нас мясо не нагрелось. То есть температура эмульсии, которую мы взобьем, не должна превысить 10-11 градусов. Добавляю сюда, так, по поводу ледяной воды. Значит, смотрите, 100 мл ледяной воды мы берем на килограмм сырья. Если вы готовите, хотите приготовить с фосфатами, тогда смело можете брать 150 мл ледяной воды. Мы как бы используем 100 мл воды, потому что готовим без фосфатов. Также приготовили нашу муку, добавим ее тоже в процессе кутирования и яйцо добавим в процессе кутирования. Собираем страшный кутер от комбайна, не очень я умею им пользоваться. Лариса, ну покажи мне. В это время, друзья, я, пока оно будет сейчас кутироваться, начальная стадия, я растворю муку в водичке. Добавляем ледяную водичку с растворенной мукой. Немножко не полностью растворилась. Чуть-чуть включим. Перемешалось. Сюда же яичко. И кутируем до состояния эмульсии. Примерно 3 минуты кутировалось. Получили вот такую вот эмульсию. То есть совершенно однородную пастообразную массу. Теперь нам надо все хорошенько вымесить. То есть свиной фарш, говяжью эмульсию и шпик надо вымесить до совершенно однородной массы. Сейчас, друзья, я немножко здесь уберу, приготовлю тестомес. Можно также вымешивать с помощью обычного бытового миксера, просто за несколько приемов. Главное, следите за тем, чтобы фарш у вас не нагрелся. Если эмульсия в процессе кутирования нагрелась выше 11 градусов, значит, делаем паузу, помещаем ее в морозилку хотя бы на 10-15 минут, чтобы она охладилась. Переместил я эмульсию в чашу смесителя. Сюда же все специи. Конечно, такой букет специй. Сюда же шпик. И сюда же у нас идет наш чудесный фаршик. Опа! Красота какая! Специи, конечно, нормально в американском мясном хлебе. Интересно, в Америке готовят действительно мясной хлеб или это советская выдумка? Начинаем вымешивать, друзья, где-то в течение 4-5 минут. Через 5 минут вымешивания фарш совершенно однородный. Видите, шпик весь вмешался, равномерно распределился по фаршу. Теперь выложим его в форму для запекания. Как мы уже говорили с Ларисой, используем вот такую вот форму для выпекания хлебушка. Немножко смазали ее кисточкой, взяли, смазали форму растительным маслом. Просто берем и любым удобным способом перекладываем фарш в формочку. Естественно, хорошенько его вот так вот подтрамбовываем, чтобы у нас не осталось никаких пустот. Ну, чтобы потом батон был цельный. Вот меня в детстве всегда удивляло, я же дитя СССР, всегда удивляло, почему говорят батон колбасы. Для меня батон был батоном. Таким вот образом, друзья, слоями один слой хорошенько уплотнили, выкладываем следующий и так до полного заполнения формы. Давай, начни следующий еще ложить, чтобы было видно, как это делается. Это на камеру? Ну, чтобы мы четко показали зрителям, хоть и немножко дольше, но четко показали технологию. Все выкладывание не будем, конечно, показывать. Но вот так вот, друзья, это делается. Слой за слоем, уплотняя обязательно, чтобы края батона этого мясного хлеба у нас были ровные.
Поместили весь фарш формы, разогреваем духовку до 70 градусов и сейчас его в духовочку чик. В разогретой до 70 градусов духовке будем запекать. Вообще приготовление мясного хлеба состоит из трех этапов. Мы вам покажем дальше. Первый этап тепловой обработки, запекание при температуре 70 градусов в течение 1 часа. Засекаем время и оставляем хлеб запекаться. Через 1 час поднимем температуру до 110 градусов Цельсия. И, Ларис, открой, покажи, как выглядят наши хлеба. Вот так они выглядят через час. Прошу прощения. При температуре 110 градусов Цельсия оставляем их еще на час запекаться. Еще через час приступаем к предпоследнему этапу тепловой обработки. Помещаем в батон нашего мясного хлеба кулинарный термометр. Поднимаем температуру в духовом шкафу до 130 градусов и готовим до достижения температуры в батоне 68-69 градусов. Я включаю секундомер, чтобы сказать вам примерно, сколько это займет времени. Но лучше на время не рассчитывать, лучше все-таки использовать кулинарный щуп, кулинарный термометр для того, чтобы контролировать точное время. Прошло 7 минут. И кулинарный термометр нам просигнализировал о том, что мясной хлебушек готов. Извлекаем его из духовки. Приготовили яичный белок для того, чтобы обмазать его. Извлекаем наш хлебушек из формы. И обмазываем его взбитым белочком. К этому моменту надо разогреть духовку до температуры 150 градусов и подготовить противень с ковриком для выпекания тефлоновым, либо пергаментом для выпекания. А сверху обмазываем или только со всех сторон? Да? То есть я сначала снизу его так, а потом уже сверху. Точно так же поступим и со вторым батончиком мясного хлебушка. Обмазали наши хлеба белком и отправляем их на конечную уже стадию тепловой обработки, на запекание, в духовку, разогретую до температуры 150 градусов, чего-то я заговариваюсь, на ориентировочно 20 минут до образования румяной корки. Я опять же таки засекаю время сейчас и скажу точно, сколько он будет запекаться. Мы будем контролировать именно образование корочки. Через 15 минут, дорогие друзья, хлеб, на наш взгляд, достаточно подрумянился. Извлекаем его из духовки и даем ему полностью остыть при достаточно низкой температуре. То есть мы его сейчас вынесем на балкон, там у нас температура где-то плюс градусов 5. Обратите внимание, ни в процессе готовки формы были совершенно сухие, не выделилось никакого бульона, ничего с хлеба не потекло. И вот сейчас вот в процессе конечного запекания тоже все совершенно сухо, никакого бульона, никакого жира, ничего из него не полилось. Это говорит о том, что термообработка произошла правильно. Если у вас где-то потек бульон, значит где-то в температурных режимах была допущена ошибка. А мы охлаждаем наш мясной хлебушек, американский, высшего сорта, и будем его дегустировать. На следующий день мясной хлеб остыл, и хочу вам показать разрез. Опа! Так, режем его тоненько, как колбаску. Чинк! Чинк, наш хлебушек. Ну, вот такая вот красотуля, друзья. Сейчас показываю крупный план, и после этого дегустируем. Такой вот получился мясной хлеб с хорошей такой обжаристой корочкой, очень с классной консистенцией, отлично мы его вымесили, и аромат. Я боялся, что такое количество специй даст какой-то, ну, совершенно не колбасный запах, потому что, ну, вот когда я нюхал специи по отдельности, ну, вернее, не по отдельности, а все вместе, мне больше они походили на запах выпечки. Но получился очень колбасный запах, друзья, и сейчас продегустирую, расскажу, что получилось на вкус. Ну что, дорогие друзья, давайте попробуем и резюмируем наш опыт с американским мясным хлебом. Не знаю, действительно, в 1938 году в Советском Союзе, может, и придумали, может, он совсем не американский. Делают ли в Америке? Если кто-то знает, вот делают в Америке, есть ли на прилавках такой продукт вообще, как мясной хлеб, напишите в комментариях.
Аромат просто потрясающий. И вкус тоже. Реально получился очень кайфовый. Специи раскрылись. Даже не могу передать. Реально вкусно. Вкусно, очень ароматно. Вообще круто. Чем, на мой взгляд, друзья, хорош мясной хлеб? В первую очередь тем, что не требует какого-то особого оборудования, особых приспособлений. Вы видели, мы использовали, мясорубку, естественно, можно использовать бытовую для смешивания, можно использовать обычный ручной миксер, просто небольшими порциями мешать. И в этом рецепте мы даже специально не использовали наш большой кутер, а использовали маленький обычный бытовой кутер от кухонного комбайна. Я думаю, практически на каждой кухне такой есть. То есть не надо ни шприц для набивки колбас, ни черева. Готовится в обычной духовке, поэтому радуйте своих близких, своих мужчин, кстати. Ну вот, если, дорогие дамы, если вы для своего мужа приготовите такой мясной хлеб, я думаю, он порадуется очень крепко. Ну и, конечно же, вы готовите его сами, вы знаете, что никаких консервантов, никакой гадости в нем нету, что исключительно то мясо хорошего качества, которое вы сами купили. Ну вот, к этому мы вас, как всегда, призываем. Не покупайте в магазинах колбасные изделия, потому что там мяса нет вообще. То есть вообще нет даже намека. В лучшем случае там кожа, кости, хрящи перемолотые. Но это только в лучшем случае. Готовьте для своей семьи, для своих близких сами вот такие вот чудесные продукты. С удовольствием представляем вам рецепт мясного хлеба, сделанный по ГОСТу 1938 года. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Если вам видео понравилось, ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!